Очередной заезд, очередная смена. Очередной год. Довольна? Да. Да, еле чемодан наш. Давай ко мне чемодан, бедное дитя. Не надо. Маша молодец. Отец без камеры, здоровый. Ну, легко несет. А тут дохлый с камерой. Самой приходится нести. Там, это не Настя была. Да, Настя. Вот, это наш телохранитель. О, пистолет в сумке лежит. Автомат УЗИ в кармане. Гляди, повалишься. Народу стоит. Чего они стоят? Ну, молодцы. Самые стойкие. Вот спать не хочется, а? Приехали. Не будете? Некоторые еще спят, стоят. Да. Ну, Галя спит. С открытыми глазами. Вот через избушку. Кто в избушке живет? Ну как все, ну, девочки чувствуете, а? Как? Здравствуйте, Вероничка. Вы экзамен сдаете? Молодцы. Это Маша, подруга. Это папа. Косок-цуху. О, косок-цуху, пенелиского, Вероника. Папа в колхозе работает. Снимай, папа. Дядя, вот на посыл сядь, Маша.
Вот, уже устроились. Первые минуты у пионерском лагере. Вот здесь Маша спит, у нее самая большая кровать и подушка. У Маши самая маленькая. У Нестеровича, у Вероники самая длинная. Оля, Вероника. Нестерович? Да. Вероника. А там Марина не пишет. Вероника. Что? Все, девочки, а уже волнуется. Маша, как всегда, спокойная. Что с ней волноваться? Главное, копеечки давали. Побежали. Мероприятие. Ой. Дай бог, как все доброе было. Так, все. Диска готова. Тише. Вот так вот. Дай-ка я сама с мотоканой сейчас. Доченька, я уезжаю. А ты почему не плачешь? Это я уезжаю. Я уезжаю. Почти на неделю. Ты будешь безмерно скучать. Гаврику привет. Гаврику привет. И Руслану. А Руслан тоже привет. Как ты думаешь, как он сегодня напишет русский? На 4. На 4. Понял, Руслан? На 4 должен написать. А на кассету я, ну, дочка на твою снимаю, так что сама себе тоже привет. Привет. Привет, Вероника. Привет, да. Вероника в будущем. Ну все, пока, дочка. Пока. Фантастика. Ну где ты? Хочу снимать, это уже, ну, спину показала. О, какая она была глазастая. И зубов сколько много. Зубы лишние у нее. И самое дают. Доченька, все, познаешь, не растирай. А то Маша, ты такая растиряша. Да. Все у меня пошла. Не Маша растиряша. Я Маша. Все, пока. Пока. Ну все, девочки. Пока. Ну, глядите-ка, все было добро у вас. Это Маша над ручкой. Ага. Это Таня. И вы селись, да, а потом я прочитаю инструкцию, знакомлю. Да, добрый день, Таня. Саша, здравствуйте. Ну, как настроение? Чудесное. Солнышко, так, ты добро села, хорошо. Чудесное. Лето впереди, только что снова 10 минут, тяжеловато, мне кажется. Ну, ничего. Надо смотреть, как все доброе было. Как не пили, не курили, ели хорошо, у речку не лазили без разрешения. Подожди, подожди, ты всю инструкцию уже читаешь. Пусть дети подойдут и прочитаешь.